8 сентября во всем мире отмечается День грамотности. Мы решили проверить граждан на знание правил русского языка. Приглашаем принять участие. Очень приятно. На самом деле у нас истинный знаток русского языка, это вот моя супруга. Нет, видишь, Авдошка Ирина Владимировна. Что касается русского языка, то постоянно в нашей семье проводятся диктанты по русскому языку. Это правда. Почести. Непонятно. Вот нам, экономистам. Мы экономисты, кстати. Поэтому... Опрошенных только Татьяна смогла получить 5. Поздравляем, идем в редакцию за подарком.